Можно сказать, добро пожаловать в первый мир в мире децентрализованный фонд сообщества поддержки друг друга P2P. Можно уже даже с чистой совестью сказать, что это уже начало построения нашей экосистемы, поскольку наш смарт-контракт Tron Chain это уже второй проект на смарт-контракте, который вошел в нашу экосистему. Как вы знаете или, возможно, теперь узнаете, первый проект наш смарт-контракт EtherChain это на блокчейне эфириума и на монетке эфир. А сегодня мы с вами поговорим о втором нашем проекте смарт-контракте на монете Tron и на блокчейне Tron, Tron Chain. Итак, как я уже сказала, это первый в мире децентрализованный фонд сообщества. Создан он для того, чтобы предоставить поддержку всем членам сообщества, и работает это сообщество и фонд по принципу P2P. Кроме всего, это модель поддержки DeFi. DeFi – это децентрализованные финансы. Это вот та экосистема, которая сейчас у нас уже создается, и Tron Chain это уже второй проект этой экосистемы, и построена эта вся экосистема на технологии смарт-контракта. То есть она создана людьми для людей, но на современных технологиях смарт-контракта, блокчейна, там, где уже после того, как создана эта программа, создан смарт-контракт, уже так сказать, вмешательство людей в этот процесс уже не представляется необходимым. На сегодняшний день это самая прозрачная P2P программа и децентрализованная система поддержки в мире. Она самая прозрачная, самая передовая на сегодняшний день и самая такая, скажем так, удобная в пользовании, потому что она исключает многие моменты, отрицательные моменты, которые связаны с человеческим фактором. Давайте сначала посмотрим, рассмотрим, что же такое смарт-контракт для тех партнеров, которые только еще начинают этот путь. Значит, смарт-контракт – это самоисполняющаяся программа, которая имеет свой алгоритм, в которую заведен, заранее прописан алгоритм, и эта программа развернута в общедоступной сети блокчейн. В частности, Tron Chain – это блокчейн Трона. Смарт-контракт может хранить определенные суммы денег и выполнять переводы, выполнять определенные технические функции при выполнении определенных условий, которые прописаны в этом же смарт-контракте. Смарт-контракт обладает такими характеристиками. Первое – это неизменность. Когда загружается смарт-контракт на блокчейн, проходит верификацию, проходит аудитную проверку, уже ничего изменить внутри смарт-контракта нельзя. Присутствует серьезная защита от взлома, поскольку для того, чтобы взломать смарт-контракт, необходимо взломать сам блокчейн. Это уже, скажем так, достаточно сложный процесс. Потом, следующий момент, который характеризует смарт-контракт, это справедливость, честность и полная прозрачность. И очень важный момент, что здесь отсутствует человеческий фактор. То есть никакие шаловливые ручки чьи-то не могут залезть в этот смарт-контракт, не могут забрать деньги, не могут изменить условия. После, как я уже сказала, после верификации прохождения аудита уже этот смарт-контракт остается неизменным. И мы четко знаем наперед, какие функции он нам предоставляет, какие алгоритмы в нем прописаны, и уже ничего не меняется. Смарт-контракт не может быть остановлен, он не может быть выключен, не может исключены быть какие-то моменты из программы и что-либо добавлено. Нет никаких ограничений на то, что алгоритм смарт-контракта может сделать. То есть, когда его создают, в нем можно прописать любые функции.
И вот в нашем трон-чейне в смарт-контракте прописаны определенные функции, которые мы уже опробовали на его брате-близнеце на блокчейне эфириума Etherchain. Работает Etherchain очень хорошо, всем понравилось. Функции работают очень четко. Сами процессы идут нормально, и поэтому можно сказать, что трон-чейн, поскольку это полный близнец Etherchain, тоже даст нам возможность работать очень эффективно и получать хорошую прибыль. Смарт-контракт существует только для того, чтобы просто выполнять действия, на которые он был запрограммирован. И когда эти условия определенные будут выполнены, будет произведено то действие, о котором вот я говорю, которое заранее запрограммировано. И нет в этом, для того, чтобы это действие было выполнено, нет необходимости вмешательства какой-либо третьей стороны или человека. Это работает все в автоматическом режиме. Смарт-контракт TronChain был разработан, чтобы предоставить каждому человеку, который присоединился к фонду TronChain, поддержки нашей децентрализованной финансовой системы, которая вот в данном смарт-контракте основана на блокчейне Tron и технологиях смарт-контрактов. Любой участник может внести свои троны в общественный фонд и поддержать членов сообщества TronChain, и тем самым код контракта будет активирован для него, он получит свой бэк-офис и сразу начинает получать в ответ поддержку уже от членов сообщества. TronChain на 100% децентрализован и является проектом на базе сообщества. Это означает, что в этом проекте нет никаких дополнительных прибылей. Все, что вы получаете от TronChain, получено от других членов сообщества, так как это модель поддержки P2P. Вы поддерживаете участников фонда, а они, в свою очередь, поддерживают вас. TronChain можно рассматривать как децентрализованную третью сторону, которая обеспечивает справедливость, прозрачность и честность для всех участников сообщества в соответствии с алгоритмом, прописанным в этом смарт-контракте. То есть, если вот более старшее поколение, это можно сравнить с кассой взаимопомощи, которые вот существовали еще при Советском Союзе. Здесь нет ни посредников, нет ни собственников, ни владельцев, нет взаимодействия между компанией и человеком, и это уже само по себе гарантирует справедливость для всех участвующих партнеров. И также сохранность их средств и перераспределение средств в соответствии с правилами смарт-контракта. И можно рассматривать TronChain как самую разумную, безопасную, передовую финансовую модель поддержки, которая на данный момент доступна людям в сети. Идем дальше. Когда мы отправляем наши троны в фонд сообщества на адрес смарт-контракта, TronChain, вы активируете код смарт-контракта, и уже через 24 часа вы получаете свою первую выплату 1% от вашего депозита. Это ваш ежедневный доход. Вы будете получать его до тех пор, пока не достигнете 310% от суммы вашего депозита. И пока не будет достигнуто, именно вот хочу сделать такой акцент, что 310% от вашего депозита. Эти 310% можно достичь четырьмя способами. Один из них пассивный полностью и три активных через маркетинг. Когда 310% начислений получено любым из четырех способов, можно сделать новый депозит такого же или большего номинала, чтобы активировать новый цикл 310% и продолжать получать выплаты от фонда. Итак, что же это за четыре способа? Первый способ, как я уже говорила, это полностью пассивный способ заработка. 1% от вашего депозита выплачивается вам в течение 310 дней.
и при достижении 310%, то есть 310 дней, вы получаете полностью эту сумму. Это абсолютно полностью пассивный доход для всех, без исключения участников сообщества. Второй вид заработка – это уже активный. 10% прямой реферальный доход от первой линии за то, что вы помогаете распространять информацию о сообществе и помогаете росту сообщества и фонда. Третий вид дохода – тоже для активных партнеров. Доход с прибыли ваших партнеров на 15 поколений в глубину. От 30% до 5% в зависимости от количества лично приглашенных. И четвертый вид дохода – это ежедневный лидерский топ-спонсор пул. 3% от всех депозитов, внесенных в конкретный день на платформу TronChain. Итак, рассмотрим каждый вид дохода более подробно. 1% от суммы вашего депозита предоставляется в качестве поддержки фонда сообщества. И он ежедневно возвращается вам на полном пассиве до момента достижения 310%. Если это полный пассив, вы не приглашаете никого, вы будете получать 1% от вашего депозита 310 дней. Предположим, вы внесли в TronChain 1000 тронов и имеете право получить 3100 тронов обратно. Каждые 24 часа вы будете получать по 10 тронов, максимум 310 дней. Или до тех пор, пока вы не получите 310% дохода любым другим возможным способом, в зависимости от того, что случится раньше. Идем дальше. Следующий вид дохода – это 10% прямой реферальный доход. 10% от суммы депозита вашего партнера в первой линии начисляется вам в тот момент, когда ваш партнер в первой линии делает свой депозит. Например, депозит вашего партнера в первой линии составляет 1000 тронов. Значит, в момент его регистрации внесения депозита вы получаете 100 тронов прямого реферального дохода. Здесь нет никаких ограничений на количество прямых партнеров вашей первой линии. Вы можете выстраивать свою первую линию до бесконечности. Следующий вид дохода – это матчинг-бонус. Доход с прибыли ваших партнеров. Доход основан на ежедневной прибыли 1% ваших партнеров. И начисляется он в тот момент, когда ваш нижестоящий партнер делает вывод своих накопленных 1% ежедневной прибыли. То есть, допустим, если он выводит каждый день, значит, вы каждый день получаете процент от его прибыли. Если он делает вывод раз, допустим, в неделю, вы получаете в момент его вывода ваш процент за 7 дней, за которые не было сделано вывода. Количество линий на получение матчинг-бонуса зависит от того, сколько лично приглашенных партнеров находится в вашей первой линии. Каждый партнер открывает вам одну линию в глубину. Если у вас в первой линии один партнер, у вас открыта одна линия в глубину для получения матчинг-бонуса. Если у вас два партнера, значит две линии. Пять партнеров, пять линий открыто. И так до 15. Максимально вы можете получать матчинг-бонус от 15 линий в глубину при наличии у вас в первой линии 15 партнеров. Если у вас будет больше 15 партнеров, вы также будете с каждого вашего партнера с его структуры в глубину получать от 15 линий матчинг-бонус. И следующий, четвертый вид дохода для активных партнеров – это топ-лидер-пул. 3% от всех депозитов, внесенных в данный конкретный день в TronChain, добавляются в ежедневный лидерский спонсорский пул. И 10% от этого пула начисляются 4 лучшим спонсорам, которые сделали наибольший товарооборот по итогам каждого дня. Остальные 90% из этого пула переносятся на следующий день для увеличения вознаграждения.
Как же распределяются эти 10% из топ-лидеров пула? Выглядит это следующим образом. Первое место по итогам конкретного дня – это 40% от этих 10% топ-лидер пула. Второе место – это 30%, третье место – 20%, четвертое место – 10%. И дальше просмотрим, давайте, как делаются депозиты в TronChain. Существуют минимальные и максимальные пределы депозитов, или можно назвать это еще циклами. Значит, когда вы делаете свою регистрацию, первый депозит, вы можете сделать его в рамках от 100 тронов до 100 тысяч тронов. Когда вы достигнете по первому своему депозиту 310% любым из четырех видов заработка, вы можете сделать второй депозит, равный или больше предыдущего, но не больше 300 тысяч тронов. Третий депозит или депозитный цикл вы можете сделать равным предыдущему или большим, но не больше 900 тысяч тронов. А четвертый и последующие все депозиты могут быть сделаны равным предыдущему, либо больше, но не больше 2 миллионов тронов. Количество циклов депозитов не ограничено. Если вы активный партнер, строите большую структуру и быстрее получаете по каждому депозиту, по каждому циклу 310%, вы можете эти циклы проходить быстрее, участвуют в TronChain на пассиве, и вы можете дальше, вот, внося следующие свои депозиты, увеличивать суммы ваших депозитов вот согласно вот этой вот табличке. Идем дальше. Как же работает TronChain? Как распределяются деньги в TronChain? Все депозиты, которые у нас идут, вносятся в TronChain, собираются все вот в одном таком вот пуле. Новые депозиты, повторные депозиты партнеров, новые депозиты вышестоящих партнеров, все собираются в один пул. И этот пул распределяется таким образом. 5% – это комиссия платформы. Это на содержание платформы. 3% из этих 5% идет на Ether Chain, поскольку Ether Chain является админом TronChain, и 3% от комиссии платформы идет на поддержание Ether Chain. Обмениваются троны на эфиры и вносятся в TronChain, фонд поддержки. 3% идет на лидерский пул, о котором мы говорили, 10% идет на прямой реферальный доход от первой линии, и 82% хранится в смарт-контракте и распределяется через ежедневные начисления 1%. Вот таким образом идет распределение денег в смарт-контракте TronChain. Остановимся еще вот на таких основных главных моментах, которые необходимо понять для нормальной работы в TronChain. TronChain – это проект на основе сообщества. Он 100% децентрализованный, основанный на P2P-транзакциях, на P2P-поддержке, и осуществляется это все через смарт-контракт. Смарт-контракт TronChain уже верифицирован. В ближайшие дни будет проведена аудитная проверка и выложен сертификат об аудитной проверке у нас в наших чатах. Вы сможете посмотреть его так же, как и сертификат об аудитной проверке в EtherChain. Следующий важный момент. Когда получено 310% прибыли, может быть, сделать новый депозит, чтобы продолжать зарабатывать или получать начисления любым из четырех способов от сообщества TronChain. Следующий момент – это минимальный вход 100 тронов. Этот вход открыт для всех участников, нет никаких ограничений.
Следующий момент. Нет необходимости в приглашении рефералов для получения дохода в 1%. 1% от суммы вашего депозита выплачивается ежедневно всем партнерам без исключения, и это 100% пассивный источник дохода. Следующий момент – это чтобы увеличить скорость получения вашей прибыли и достижения лимита 310%, это можно сделать за счет роста вашей команды и распространения информации о фонде сообщества TronChain. Следующий важный момент – то, что админ разрабатывает уникальную экосистему услуг децентрализованных финансов DeFi для поддержки TronChain. И вот буквально вчера у нас состоялась лидерская конференция с основателем нашей экосистемы Андреасом Картрудом, и он анонсировал, что у нас развивается наша экосистема очень активно, и готовятся уже следующие проекты на смарт-контрактах, и следующим проектом это будет лизинговая платформа. Каким образом будет выстраиваться эта наша экосистема? У нас будет экосистема выстраиваться зеркально на блокчейне Эфириума, и точно такие же проекты будут отзеркаливаться на блокчейне Трона. То есть у нас, по сути, одинаковые проекты будут в двойном экземпляре. Мы будем зарабатывать и в эфирах, и в Тронах. Сейчас мы строим свои структуры в Etherchain и в TronChain, и эти же структуры будут переходить по зеркальным ссылкам в наши дальнейшие проекты. Поэтому мы сейчас вот выстраиваем, собственно, себе доход на ближайшие годы, на будущее. Это очень интересно и очень такая, скажем, продвинутая система построения, поскольку децентрализованные финансы выстраивались пока что еще без блокчейнов, так сказать, на классических компаниях. У нас экосистема формирует вот эту децентрализованную систему на технологиях смарт-контрактов. То есть это идет новое такое направление в формировании децентрализованных финансов и групп компаний децентрализованных финансов. На этом я свою презентацию закончу. И теперь, пожалуйста, отвечу на ваши вопросы.